В ответ на обращение Центрального комитета КПСС ширится движение за принятие встречных планов, рождаются новые патриотические почины. Прессовщица Валентина Терехова. Она возглавила социалистическое соревнование на московском комбинате твердых сплавов. Я уже свою пятилетку выполнила. И я уверена, что к 105-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина все труженики нашего комбината с честью выполнят свои принятые обязательства.